Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня покажу вам вот такие прекрасные новинки от компании Hasbro. Но сегодня тестов не будет, сегодня просто их раскрою, потому что мне дико-дико не терпится их посмотреть. Купил буквально вот только что, принес домой, сразу чух, хочу распаковать. Вот, и я не знаю, когда выйдет этот ролик, типа, может он вышел, потому что я хочу их еще в анонс засунуть, тогда вообще будет по красоте. Я не знаю, может быть анонс будет сегодня вечером, может завтра, может уже был. Я даже не знаю, когда этот ролик серьезно я выпускаю, но тем не менее, что есть, то есть. Итак, новиночки от компании Hasbro. А, недавно... Ой, я думал, это коробка Hasbro. Нет, подожди, это не коробка Hasbro. Сейчас маленькая предыстория. Расскажу. Ужасно настроена в российские магазины логистика, потому что где-то, мало того, что у нас появляются волчки с задержкой в 2-3 месяца, а то и больше, так они еще раскидываются по разным магазинам, по разным сетям, с разной наценкой, и вообще происходит мрак. Этих ребят я купил в Тойру, если вам интересно. Сейчас просто покажу. Что покажу? Так, вот этого парня я уже купил в Детском мире. И вот Баллора я купил в Детском мире. И получается еще у меня здесь этот... Ну где ты? Где ты, малыш? Где ты? Где ты? Вот, нашел Егдрион. Сейчас я расскажу. О, Иор Пегис. Фишка в чем? То, что вот этих двух ребят я вообще купил в LC за 200, если вам интересно. Но сегодня я увидел их тоже в Детском мире за 200. Но вот этих ребят в Детском мире не было. Получается, что вот эти штуки были в Тойру, а вот эти штуки были в Детском мире и в LC. Вот эти штуки, они появились раньше, вы их выставили на прилавке, потом убрали. Я бегал, искал, пришлось заказать, но потом увидел в продаже во всех магазинах, и это очень геморройно. И плюс это очень дорого, реально, за игрушку 1900 с ума сойти. Я имею в виду для людей, которые, ну, просто решают себе что-то купить. Дороговато, конечно, Hasbro стоит, это, конечно, да. И вот мы имеем две вот такие прекрасные коробочки. В этой коробочке у нас идет Торнадо X и Егдрион U4 в божественной раскраске. Я даже не понял, что это, кстати, Егдрион. У меня, нет, наверное, в этой коробке нету. Может, сейчас попробую показать вам Егдриона классического. Помню, была у меня крышка, может, мне подарил. Не, наверное, не найду, ребят. Сейчас гляну. Мне не нравится политика компании в данный момент такая, что вот если, допустим, набор Циклоп и Феникс, их купить прикольно вместе, да, здесь Феникс, здесь необычный Циклоп. Вот этот набор просто великолепный, Гайсту Фафнер, вернее Фафнер F4 и почему-то просто Рудер R4, вообще великолепные волчки, но драйвера у них вот слабоваты. То, и получается, вот эти два волчка, 4, ну, 2 и 2 стоят одинаковых денег, но, ой, но при этом здесь мы имеем волчка из первого сезона, да, то есть, а здесь мы имеем Фафнира и крутого здорового чувака, непонятно. Здесь же та же самая история, мы имеем Орб Эгиса и вот такого. То есть, как они их, почему они делают именно такой сет, почему такой сет, вообще непонятно. У Егдриона абсолютно ужасный стандартный драйвер, так же, как и вот у этого парня. Но при этом здесь, не здесь, это Фафнерс, понятно, здесь есть наконечник от Края Сатана с режимом Слингшок. Это прикольно, это интересно, Маригна, думаю, нам покажет себя в лучшем виде. И я немножко не понимаю вот это вот распределение компании Hasbro, что, типа... Как-то этим так, это так. Я считаю, что нужно было делать вот так, если большие наборы именно сет, делать уже вот так. Либо Фафнир, ну, Фафнир и большой волчок. Здесь, вот как и здесь показано, Феникс и вот такой волчок, да, ну, типа новый, то есть какой-то классика, третий сезон, и вот такая вот новиночка лично от компании Hasbro, эксклюзивчик. Это было бы круто. Если уж делать вот эти вот новенькие в такой раскраске, то надо было делать уже их цену дешевле, потому что не может волчок из первого сезона продаваться наравне вот с новинками. Это странно, на самом деле. Если они хотели протолкнуть старые волчки, тогда я не понимаю, почему не новые раскраски. Это же новые детали, новый пластик, новая упаковка. Не знаю, для меня здесь компания Hasbro непонятна. Что ж, давайте раскроем. Я безумно хочу открыть Фафнира. Мне очень интересно, что же здесь там у него. Характеристики, вот, смотрите, можете глянуть. Атака 1, Бёрст 1, Дефенд 4, Стамина 14, Агилити
1, стамина самая вообще колоссальная, и вес 4. По-моему, такая же была стабин у Дред Феникса. У Рудерда атака 6, бёрст 1, дефенс 1, вес 3, агилити 7, стамина 4. А давайте откроем. Как-то аккуратнее. Да, я хочу в анонс ставить, не знаю, может уже анонс вышел. Поэтому хочу как-то аккуратненько открыть. И уже посмотреть. Я потому что очень долго этого момента ждал. Так, диск, кстати, у него действительно новый. Это реальный диск от Гайсту Фафнера. Вот так он выглядит с перьями на восьмерочку. Хотя, кстати, и прошлый был новый. А, это восьмерочка с таким этим, черточкой, я понял. Все понятно, Хасбро. Вот такой драйвер, вот с таким наконечником, который, кстати, пружинит. Ну а где у него слингшок? Просто вверх, наверное? Или что? Нет. Как же так? А, подожди, нет слингшока. Друзья, пожалуйста, вы умнее меня, я знаю, вы шарите. Пожалуйста, в комментариях А, во! Ну да, посильнее просто, да. Ну и толку с этого я особо не вижу, каждый раз он будет с него падать. То же самое, что у Геркулеса, ну такое. И вот он, наш самый главный экспонат. Мой прекрасный, мой любимый Гайст Фафнер. Но во что вы превратили его, Хасбро? Я вам сейчас покажу, друзья. Просто под рукой. Я вам даже больше покажу. Начнем мы, наверное, с Air Knight. Вот Air Knight Hasbro, и вот Air Knight Flame. Ну, типа, внешняя разница примерно одинаковые цвета. Конечно, Hasbro больше выделяется, он с наклейкой, он с прокрасом, он интересный. Но, вы понимаете, да? Но здесь... Это вот СБ. Ну, могу, так Аратоми могу достать, но это будет... А почему бы и нет? Фафнир! Друзья, ну это, конечно, позор. Я не знаю, почему Hasbro сделала так. Видишь, они как-то какую-то ошибку сделали вот с его пастью. То есть, получается, здесь два пластика, вернее, резинка и пластик. Здесь же идет... Что это? Я не пойму, резина или пластик? Это пластик, друзья. Я думаю, это пластик. Я не думаю, что он будет раскручиваться. Да, USB тоже, кстати, пластик. А вот здесь Такаратоми уже резинка. Вот, то есть, видите? И, ну, это прям позор. Отвратительный Фафнир внешне, по крайней мере, выглядит просто убого. Просто отвратительно. Мне это не нравится. Такие волчки нам не нужны. Но, тем не менее, теперь у меня есть SB Hasbro Takaratomi. Это клево. У меня даже еще есть синенький от компании Hasbro. А, вот его QR-код, забыл уже показать. Вот такой QR-код. Ну, надеюсь, что хотя бы пружина будет сильная. Он вообще в левую сторону. О, пружина слабейшая. Но вот такой фафнирчик. Так, идем дальше. Это у нас Рудер. Рудер, прям как Брудер мне напоминает. Такие машинки есть. Брудер. Такс, такс, такс. А вот такой диск от Хал Саламандры. Мусор хасбровский. А вот такой наконечник у него идет. Ну, желтенький, стандартный. Блин, он даже не хочет фокусироваться. Сейчас сделаю. Нет, бликует. Ладно, фиг с ним. И вот такой Рудер. Очень легкий, очень... Мне не нравится. Что-то ни о чем как-то, не знаю. Странно. Странный Бейблейд. Но смотрятся они, конечно, здорово. Хотя нет, вру, Фафнер выглядит отвратительно. Прям мерзко. Открываем следующий набор. Туда получается Торнадо Эксегдрион и Маригна М4. Итак, атака 0, бёрст 0, дефенс 10, стамина 3, агилити 2, вес 8. Это у Маригны. И у Эксегдриона атака 2, бёрст 2, дефенс 2, вес 4, агилити 4, стамина 7. Вообще полная грустота. Очень грустота. Все это грустота. Ну ладно, ладно. Открываем его. Они, кстати, у них вот эти штучки, мне кажется, или я туплю, или они разные. Нет, одинаковые. Мне кажется, что... Может, мне так только кажется. А, ну да, одинаковые. Я просто думал, у этой больше. Ну ладно. Вот такие бейблейдики. Я не знаю, что по их поводу говорить. Я не знаю, что за Маригна. Но... Я жду сейчас скоро, раз уже вышел Фафнир. Покоцал? Блин, покоцал. Так они, блин, покоцал драйвер у этого самого, обалдеть. А в чем прикол? Что
Я так полагаю, что вот эти вот новинки, это последние от компании Hasbro новинки, и я купил все. То есть я скупил все Бейблейды, я не покупал единственное Зетрона, потому что мне подарили, не покупал я еще этого Лонгинуса, мне тоже его подарили, и, собственно... По-моему, все. А, еще у меня не хватает, кстати, Ахиллеса. Зета Ахиллеса, блин, не хватает. У меня он есть черный, есть у меня красный из арены. И мне не хватает обычного Ахиллеса. Очень бы его хотелось мне увидеть. Вот. Вот такая у нас Маригна. Слушай, ну выглядит прикольный. Такой, мне кажется, она будет очень сильная, если честно. Какой-то птица какая-то забавная. Такой у него QR-код грустненький. Вот такой металлический диск. И вот такой прикольный драйвер от Красетана. Драйвер вообще в натуре прикольный. Только он теперь не достается никуда. А, покрутить надо. Вверх. Ой, я понял. Покрутите вверх. Но вот, да. А, и мне в магазине сказали, что они уже давно как бы продаются, но купил его только сейчас. Не понял. Не понял. То ли лыжи нет, то ли он левосторонний. Что? Подожди. О май гад, дамы и господа! А, нет, подожди, я думал левосторонний. Нет, правосторонний. Могли бы сделать и уже левосторонний уникальный бей. Ягдрион Торнадо. Вот так. Не, ну прокрашен прикольно, прокрашен интересно. Вот такой драйвер. Это, короче, есть... Да что-то драйвер не фокусируется. Вот, давай. В общем, если у вас есть ваш волчок Ягдрион, и вам не хочется играть зелененьким, то можете играть таким беленьким. Хотя, кто интересно играть Ягдрион, я не знаю. Вот, он закручивается даже посильнее, чем Фафнирчик. Вот такие дела. Друзья, вот такой у нас сегодня был прекрасный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Волчки просто бомба, мне понравились. Все, кроме Фафнира. Фафнир полная фигня. Ну, в сравнении с оригиналом, это Каратоми, конечно же. Вот, пиши в комментариях, кого ты хочешь видеть поснимать, у кого ты хочешь видеть постражать. На этом сегодня все. Подписывайся на канал. Я прям грустно за Фафнира, как-то прям не грустненько. Все, всем пока-пока.